Весь православный мир отмечал в субботу святой праздник Крещения Господня. Окунуться в ледяную прорубь лоткарицам не помешали даже ухудшившиеся накануне погодные условия. Расскажет Ольга Белозерцева. Вместе с крещенскими морозами в Московскую область пришел сильнейший снегопад. И накануне праздника засыпал все пути подхода к карьеру Волкуша. Но коммунальщики справились с нелегкой задачей, свалившейся на них как снег на голову. Чтобы лоткаринцы смогли добраться до проруби, в пятницу к полуночи трактором был расчищен участок дороги от Лоткаринского шоссе до карьера и небольшой участок парковки. Как известно, Крещение Господне – праздник, который христиане отмечают в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Крещение празднуется в ночь на 19 января и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освященных прорубях и Иорданях. Считается, что в дни этого праздника вся вода становится святой. Лоткаринцы начали купаться еще 18 января. Основной поток желающих стал прибывать на карьер Волкуша к 12 часам ночи. У ледяной проруби моментально образовалась очередь. Порядок и безопасность на месте обеспечивали сотрудники полиции и Мособлпошспаса. Дежурила машина скорой помощи. Среди окунающихся в прорубь были и новички, и те, для кого купание в святой праздник является многолетней традицией. Одних едва хватало на то, чтобы единожды окунуться. Другие, перекрестившись, медленно и степенно погружались под воду трижды. И то, и другое требует немалой отваги и смелости. Температура воды в проруби чуть выше ноля. Скажите, пожалуйста, два слова. Как впечатление? Замечательно. А вы первый раз купаетесь? Нет, уже третий. Третий? Ну, как бы вода холодная, понятно. Но чувствуете перепад разницы температуры? Вы стоите голый совсем. Да нет, какой минут? Сейчас можно стоять минут 15, даже это не парится. А компания большая у вас? Да, у нас сегодня у друга день рождения. Вот, Дмитрий, 30 лет. Все, все супер просто, такой бодрячок. Главное, подготовлено. Аккуратненько так. Тапочки, главное, были бы валенки, было бы замечательно. Спокойно стоишь, то есть не холодно. А здесь парение идет. Замечательно, прям, как будто как заново родился. Все супер. Да, сейчас моя девушка, да, будет купаться, моя жена. Тоже будет купаться, сейчас только оденусь и все, и она тоже на очереди. Первый раз? Это я уже шестой раз, поэтому уже мне привычно. Привычно? Ну, расскажите, на что это похоже? Надо попробовать. Лучше один раз попробовать, чем сто раз посмотреть. Ну, вы советуете? Честно, да. Купались же, вы, да. Вы каждый год купаетесь? Обязательно. Ну, сколько лет уже? А, лет восемь. Лет восемь? Да. Как ощущение? Отличное. Отлично. Ну, посоветуйте всем. Всем советую купаться на крещение. Но купание в холодной воде оказалось не единственным испытанием для всех окунувшихся в эту ночь в проруби. Тем, кто приехал на машине в числе первых, на выезде с парковки пришлось постоять в пробке. Виной тому послужили несколько автолюбителей, которые не рассчитали силы своих автомобилей. Неспособные подняться в крутую гору, они блокировали движение. Остальные выезжающие с территории карьера, не имея возможности их объехать, так как движение осуществлялось по дороге шириной в одну полосу, были вынуждены простаивать в пробке. Благо, группа добровольцев разрешила сложившуюся ситуацию. Ольга Белозерцева, Георгий Саркисян, телеканал «Лыткарий».